Пятый открытый кинофорум «Амурская осень» стартовал в минувшую пятницу в Благовещенске. Среди гостей Светлана Крючкова, Лариса Лужина, Лариса Гузеева и Ольга Будина. Приехали гости из ближнего зарубежья. Подруга Ипполита Барбара Брыльска и актеры из КНР. Главное отличие нынешнего кинофорума – конкурсы документальных фильмов и антрепризных спектаклей. А еще и то, что в этом году большая часть мероприятий «Амурской осени» пройдет в открывшейся Бастилии. Можно сказать, что сегодня, вот сейчас, на этой дорожке, мы уже открыли «Амурскую осень». В Шимановск планируют приехать два известных москвича – врач ускоренной помощи Олег Акулич и папа маленькой Веры Юрий Назаров. С ними приедут боевые подруги Татьяна Кузнецова и Людмила Мальцева. Гостей ждем 27 сентября.